Ну привет. Ну чё, Дон Уайт, поехали. Так, чё, нормально запись идет, да, все отлично. И чё у нас тут? У нас квест отыщить какой-то... Отыщите Майю. А? Майя? А типа тут светло? Соловомчик. Нет воды. Что это? Аспорфин. Аспорфин. Прям как кокаин. Где Майя-то? Подруга, ты где? Это. А, сигаретки. Сигаретки нужны. Так. Так. И что тут делать? Наверх куда-то ползти? Где вообще? Ага. Ага. Или не ага? Или не ага? Ага. Не трогай, это мое. Эй, это не смешно. Да. О, настоящий сральник. Вообще не говори. А, о, ингибиторы. Ингибиторы мы любим. Так. Открыть. Вот это чё? Защитные очки. Вот это чё? Усилитель иммунитета. Вот эти штуки классные, кстати. Ну, то есть, ну это что классные, они нужные. Сколько? А, два. Да? Ну-ка. Точняк. У меня их три. Чё, вкачать хп или выносливость? Блин, и выносливости не хватает, и хп не хватает. Давайте хп возьмем. Выносливость мы уже брали. Ага. Уровень 2. Оп. А это все? Вот это вот писюлечка? Надеюсь, тут очень много ингибиторов. Так. О. Хрена себе, у них берлога какая. Сейчас. Тут посмотрим, что. Ничего, что ли? А тут? Давай, чувак, открывай уже. Тоже ничего. О, вот там человечище, да? А вот тут что-то есть. Не, сначала прошмонаю вас. Колыбельная, искусственная... А, искусственный коллекционер предметов. Колыбельная. Это шо? Коллекция. Это... Охота за яйцами. Ага. Через неделю выходит замуж. Свадьба должна была состояться больше года назад. Ничего не... Рената пригласила 200 гостей. Так радовалась. А потом, сами знаете, но... появился вирус. Но... пришлось все отменить. Ну, короче, мы печальная надеялись, история. Что ГМ возьмет ситуацию. Ой, потом это послушаю, возможно. Здорово, дружище. Эй, дети, вы не знаете женщину по имени Майя? Какая у нее моська смешная. Чего смешного? Майя не женщина. Она обычная девчонка. А. Так это ты пыталась продать Хуберту оружие миротворца? Да, но этот козел не захотел брать. Ну, понятно. Разорался и погнался за мной. Где ты нашла Лазаря? Как тебе попало оружие миротворца? Мне такая фиолетовая подводка, да? Мы тут зависали, ну и наткнулись на трупак. Тут такое часто. Мертвее не бывает. Прикольно, кстати, сделали. Мы обыскали его, и я взяла себе эти штуковины, потому что подумала, что за них могут неплохо заплатить. Я пропустил весь диалог, если честно. Я, как всегда, пропустил весь диалог. Ну, Майя, мне нужно это оружие. Оружие, Майя. Это очень важно. Ты хочешь, чтобы я просто так отдала тебе эту хреновину? Ты спятил? О, предприимчивая эта девочка. Эта хреновина называется Лазарь, и она принадлежала очень важному миротворцу. Если ее не вернуть, начнется война. А ей-то какое до этого дело, да? Найти убийцу. Денег дай. Давай, требуй. Ладно, с него денег. Отдам я тебе эту дурацкую штуку. Ребенок, что взять с нее? Сотен. А, во. На. Это большие я деньги. Я дам, это ребенок, им нужны деньги. Жизнь чертовски дорогая. Угу. Мне нужно купить воды и маркер для моего брата. Ему скоро 12.
Могу дать десятку, и это последнее предложение. 10 рублей? Идет. Все равно их никто не хотел покупать. Чего? Она с 500 до десятки? Ну, ребенок, что с нее взять, ну? И чё? Ну? Читайтесь перед Эйтором. А, это тот миротворец? Не, ну у вас нормальная такая берлога-то. Кто нашел, того и вещь. Ага, кто раньше встал, того и тапки. Все, мы помним это. А вот это можно обшмонать? Не, нельзя. А чё, куда пацан-то делся? Сейчас мне где-нибудь подножку подставят. А? Не подставишь? Хакон, Лазарь у меня. Отлично, отнеси Айтеру. Классный подарок на день рождения. Но... хотя и понятия не а имею. А типа отсюда так просто не выйти. Буду ждать у станции метро. Ладно. То есть они все время тусовались рядом с ингибиторами и так их и не заюзали. Дети, чё? А, выключить можно. Выходим. Так. Я хотел проверить, почему у меня вот эта штука не работает. ЛБ, да, все верно. Верхняя. Навык удар в прыжке. Я ни разу его использовать не смог. Насколько надо высоко находиться? В прыжке его надо нажать. Что это вообще там такое? А, там, да ну в пизду. Не буду пойти побочки делать. Нафиг нужно. Скажем дружно. Нахер нужно. Да. Пойду по главному квесту. А вон там что? А там ночной, наверное, квест, да? А это вообще что такое? Ничего интересного. Ну прыгать тут весело. Это факт. Ой, ой, не падай, ты чё? Вон там чё такое? Просто, да, зомби? А вот этого можно ошманать, но я не буду его ошманывать. Мне бы чё-нибудь полутать бы классного. Опа! Вот, например, ничего, да? О, лаванда. Лаванда пойдет. О, это чё, смола. Ого, тут всего. Отпустите меня, я не скажу ни слова. Да? Я бы не стал ему доверять, по-любому все разболтает. А где вы хоть? Вот тут-то, да? Где кого отпускать? А? О, зомбарь. Аккуратненько подойти, да? Так вот. Оп-оп. Ага, и вот так вот ему. Убиться зомбарею. И поискать. М-м-м, скушали. Или пойти, что ли, освободить. Кто там вообще? Это за зданием? Тут не пишет, сколько метров до этого херни. А, вон там, наверное, да? Вон там что-то. А вот это что такое? Подождите, а я тут был, нет? Она открыта. Это же по-любому какие-нибудь ингибиторы. Да, в жопу, короче. Бежим дальше по квесту. Петряк Клейн. Вот это, да, туда забраться, типа запустить его. И что-то будет, да, там отстроиться, вот это все. А, я думал, блин, не допрыгну отсюда. Тут можно пройти пешочек. Аккуратненько. Как настоящий паркурщик. Да ведь? Можно туда, да, забраться по-любому. Или я тут уже был? Не, наверное, не был. Что-то незаметно, чтобы я тут был. Ну да, что-то незаметно. Да, да, и вот этот кружочек оранжевый. Не, я тут не был, точно. Лесенка? Ага, чудесенька. Для чего я их активирую, я так и не понял. Кстати. Так, на него я поеду наверх и вон туда прыгну, да, наверное? Так, да, будет все? Наверное, так, да. Точняк. Только не перепрыгнув. Страшно, а? А то тут гравитация-то выбивает реально.
Ну чё? О! Всё починил. Писюльку какую-то вставил туда. Готово. Никто не мог, кроме него, ну, до туда добраться. Тын-тын-ну. Да, вы поняли. И чё произошло-то? 500 экспириенс отдали. И... Нужно передать объект одной из фракций. А что, если я не хочу передавать? Все? Натыкал? Спасибо. Можно вот тут спуститься, да? Ну, там и надо спускаться. Но мне надо вон туда. Очень рядышком. Ну, ладно, тут и спустимся. Я как упаду, смотрите. Оу. Не, нормально скачусь. Зачем мне передавать-то эту постройку одной из фракций? А, ну чтоб тут торговля, наверное, была, да? Так, спать я не буду, в тайник я не полезу. Погнал я дальше. Вот оттуда я падал, точно помню. Да оттуда же, да, было? Да-да-да. Ну-ка, карту хоть глянуть. Давай, карта, во. Или не оттуда. Гами сколько туда бежать? Не, да, оттуда точно. Там ингибитор, там чувак, короче, это вообще злющий. С двух ударов меня утыкивает. Я думаю, у меня сейчас хпшка прибавится хотя бы на еще один удар. Ну, что-то я смотрю. Ударом-то тут и не пахнет. А? Куда? Бежим. Туда, наверное, да? Так, а это что такое? Вот это вот. Вот какой-то лифт или что это вообще? Хизе, хизе просто. Непонятно. Крикскок. Туда типа можно пробраться, туда наверх залезть. Вон там что-то, какая-то штука интересная. Но. Во. Почему не работает? Или этот... Типа... Да ни хера не работает. Бред какой-то. ЛБ, это же это, да? Я все верно понимаю. Где навыки? ЛБ, да. Я даже посмотрю. Ну да, ЛБ. А, удерживайте ЛБ. Отстань, а? Отстань, я говорю. Ну-ка. Сейчас попробуем. Надо научиться в любом случае это делать. Вот давай. Вот. Не, нихера. Может тебя? Нет. Ну не, она же до хера стоит. Подтестил, блин. Может с прыжка и держать, типа? Да херня какая-то. Отстань. Тупость, блин. Только эту штуку истратил. Хотел проверить, она работает, чтобы меня восстанавливает. И так и не проверил, и тупо ее скинул вообще. Короче, какая-то тупая вещь, которая нихера не работает. Или я не знаю, как, чтобы она работала. Темное пространство. Это прям название для какого-нибудь сериала, да? Ну давай выше, ты сможешь? Не, не хочешь. Оу, еще где-то меня прописали. Не надо меня прописывать. Здрасте. Кушайте. Ну, кушайте дальше. Я вас не трогаю. И вы меня не трогаете. О, красиво. Грибочки. Так. Тут что? Наверное, какая-то дача. Дача. Подмосковная дача. Надо... А, шоп, мельница? Чтоб меня... Чтоб тебе что? Не, не буду твои квесты выполнять. И чё тут вообще? Ну, здрасте. А, миротворцы.
Это что у вас тут? Наслышан о тебе. О, еда. Не хочешь присоединиться к миротворцам? Не, не хочу. Бургеры. Soda and Burgers. Интересный мир, чё, нарисован, прорисован. Куда там? Ты кто? Ты чё лежишь-то? Давай, давай, день на улице. А ты лежишь. Куда? Куда понятно? И понятно, как использовать. Прокачал способность, а использовать её не могу тупо. Я, возможно, конечно, не умею этим пользоваться. Возможно, это всё легко, а я туплю. Что, скорее всего. Но как бы. Вам больно? Оставьте меня в покое. Вы должны нам верить. Вы должны нам верить. Вот с этих слов сразу начинается какой-то пиздеж. Вот всегда. Вот если это слышите, сразу знаете, дальше будет чистый, короче. Чистой воды пиздеж. Вы можете идти? С тобой никогда, ты че? Мы будем здесь стоять, пока вы не позволите вам помочь. Ага. Вот тут. Кто-нибудь. Убить. Давай. А, нет, ну ладно. Просто. Да. Не, больше никого. Давай, умри уже. Хотел по красоте, по стелсу. Ну, по стелсу, видимо, не очень умею. О! Здесь... ты что такое-то? Дурак, что ли? Пугает меня, а? Не дает мне стелс тут-то поделать. Да, мне кажется, что ни хера мне не дадут. О, тряпки. Ну, тряпки дали, ладно. И на том спасибо, а, в мусорном ведре полазим. Ну, чё? Чё там? Металлолом. Полезная вещь. Ты что? Давай. Банка, металлолом, металлобанка. И чё? Всё? Это всё, что я тут... А, вот ещё шкаф есть. Ну, ты, банка, банка, тряпки. Полутал-то, полутал. Тут можно? Вот там куча ящиков, да? Ну, чисто помойные ведра. 72 метра. И пойду туда. Поковыряться в ящиках, что ли? Помоечных. Ну, давайте. Найдем, что металлолом нашли. Еще металлолом. Здрасте. Не-не-не. Вот тут тоже металлолома найдем. Точняк. Где у вас проход-то? Я вам что-то это, пушки нашел или что я там, лазаря какого-то? А, ладно, кастет. Имя кастетам давать. Ну, почему бы и нет. Если он любит свои кастеты, почему бы не дать им имя? Не пришло ли наконец письмо от моей семьи? Да, не знаю, честно. Возможно, и пришло, но не мне. Че продаешь? Так. Эй, ты! Черт. Да, ты! Да, я. Иди сюда. Я проверил. Вот я, да, пришел к тебе. Вот, мины хочу купить. Это же чертеж, да? Редкий предмет. Уровень улучшения. Это чертеж? Ну да, это чертеж. Это, стрелы-то мне не нужны, конечно. Мне не с чего ими пулять. Что можешь улучшить? О, может мину улучшить. Ее можно улучшить. И она будет еще жестче взрываться. Урон 113 будет. Надо делать. Надо, да. Надо. Количество одна. Не понял. А, типа делает по одной штуке. Понял. Ну все, у меня больше нет бошек. Бог с ним. Не буду начинать сначала. Ага. Вот. Так. Ремесло. Сейчас не смогу, да, мины? Ну, конечно же, нужны электрические детали. Ну, конечно же. Ну-ка, а что, они продаются, может, эти электрические детали? Здрасте, да-да-да. Здрасте. Вот мина. Мина Петро. А это что такое? Самодельная граната. А есть чертеж такой? Так. Это что? Шейная гетра? О, название, конечно, топовое у вас. Так. Вот это? Нет, это обмотка.
чистящие средства, перья, кожа, грузы, смола, тряпки, алкоголь, металлолом. Консервной банки нету, ни хера у них. Что продать? Ну вот. Вот эту херню продать можно. Так, ладно, поперли. Сдадим квест. Может, там нам что подкинут. А, чтоб чертежи иметь и всего остального, нужно побочки выполнять. А так не хочется. Хотя там трудно представить. Надеюсь, нам не урежут пайки. Они не станут этого делать. Думаете? Я бы урезал вам. Стоите, просто трещите, ничего не делаете. О. Пилигрим вернулся. Надеюсь, не с пустыми руками. Ну, точно могу сказать, что с руками. Да что от меня. Руки. Я был прав. Ты смог то, что мы не смогли. Да, я могу все еще. Ну и где тот мудак, у которого они были? На Мидпекинг Сквер. Ты же не отпустил его? Это мог быть убийца. Я взял их у девочки. Ей лет 10. Она его не убивала. Нашла на трупе. Стоп, к этому мы еще вернемся. Оставь нас. Томатный сок. Че? Что за татуировка? Татуировка на руке похожа на созвездие. Это знаки различия. Когда у нас закончились материалы, татуировки заменили нам погоны. Ну, да, подойдет. Они показывают нашу иерархию. Как в тюрьме? Тюрьма или армия все равно. Все равно. Везде есть иерархия. Посадите его в тюрьму, ему все равно. Я выполнил работу. Теперь твоя очередь. Пропусти меня в центр. Не пропустит, не да? Решаю, когда будет открыт туннель в центр. Да, я так и знал, но... Командование хочет, чтобы я нашел убийцу. Айтер, ты обещал! Успокойся, Пилигрим. Я держу свое слово. Во-первых, возьми это. Да, очень классно. В знак моей благодарности. Что это? Херня какая-то. Айтер, мне нужно в центр. Ясно? А? Айтер. Ты кого-то ищешь, верно? Да, верно. Я тоже хочу попасть в центр Луп. Там моя жена и дети. Ага. И я не могу защитить их, пока нахожусь здесь. Ну и? Туннель будет открыт, когда я найду убийцу. Это понятно? Да понятно, ты можешь помочь мне. А можешь подождать, жопа пока ты, я найду его сам. Там, кто они? Миротворческая жопа. Я вижу кровь на лезвиях лазаря. Да, вау. Перед смертью Лукасу удалось ранить убийцу. Проверить тест ДНК. У него должны быть ужасные раны. Если ты найдешь его, ты поможешь не только мне, но и самому себе. Ладно. Я вон на голове какая-то есть рана. Есть подозреваемая. Походу, это тебе заехали эти накастеты. Командир был убит на базаре. Я ему не доверяю. Наверняка кто-то из них. Ага. В чем проблема с базаром? Жители базара простые люди. Зачем им бросать вам вызов? Вот почему я хочу узнать правду до того, как будет отдан приказ о применении силы. К тому же, внешность бывает обманчива. Бывает. Они хотят от нас избавиться. Они думают, что анархия – ключ к созданию нового мира. Что ж, сейчас кругом одна правда, наверное. Карл – лицемер и мошенник, промывающий людям мозги своими хитрыми речами. А ты, конечно он же, говорит, нет. Ты-то вообще красавчик. Чушь. Нельзя быть лидером и равным одновременно. Не промываешь ни капельки. Пойду я искать убийцу. Ну. Прекрасно. Это твой билет в центр. Возвращайся на базар. Мне еще нужно что-то знать? Да, нужно. Но это совершенно секретно. Я тебе не скажу. Никому ни слова. Звучит серьезно. Ну давай. Тот, кто убил Лукаса, забрал маленький трофей. Вырезал татуировку с его мертвой руки. Зачем ему? Кто-то надругался над трупом? Это серьезный залет. Тебе, наверное, именно любят так. Татуировочки вырезать. Если парни узнают, что маньяк. Сделали с Лукасом, их не удержать. И начнется бойня. Я рассказал тебе, потому что если ты найдешь этот трофей, то? Ты найдешь и убийцу Лукаса. Может, это просто с трупа срезали, что ты? Как эти кастеты забрали. Может, дети, кстати, да, любят повырезать. Кто знает, апокалипсис же что-то любят дети. То есть за все это мне дали пушку. Все, да? Класс. Спасибо, чё. Целая пушка. Как это круто. Целая одна пушка. Так, можно вот это вот взять, так вот выбрать, выбросить X. Ага, вот сюда нажать и выбрать вот эту пушку.
Это второго Левиона. 26 урона. Тут 21, тут 14. Вот это пожестче, да? Тут 20. Что-то моя самая такая. Какая-то. Хоть и в ней искра какая-то есть. Вот эту пушку, да? Ага, все верно. И изменить, да, вот это вот. Последнюю электрическую деталь заюзать, но... А, нет, еще есть? А, нету, да. Древко. Ни хера нету. Тут-то тоже. А я зачем покупал всякую херню, если не могу этим пользоваться? Стая чевка, ячейка. А там что? Там какие-то приклады, да, были? Вот тут эту трубу по-любому надо вставить. А сюда? Ну, эти пусть будут, типа, буду, если что, ими меняться. 20, 19. Ну, это 20 и оставим. Ну, вот так вот и пусть будет, да? Да-да-да. Эть. Пойдемте искать убийцу. Я прям детектив. Эйден, ты еще жив? Да. Беспокоишься за меня, да? Конечно. Кто? У меня большие надежды на тебя, Эйден. Жду тебя снаружи. Человек. Че? У тебя красненькая, скоро превратишься. Беги, дура. Привет, убьют тебя тут, повесят. Добро пожаловать в командный центр миротворцев. Привет. Старого Велидора. А что там ночь? А, не, это просто тут темно. Да, блин, как неудобно у вас тут ходить, если что. А что реально, мне вот все, что это мне дали? Ну, прям надавали всего. Я вообще-то пушки нашел, а вы что? Жесть просто. Так. Одинаковые? Ну, вот эти получше, что ли? Ну да, эти получше получаются. Выбросить-то не надо выбрасывать, нужно одеть. Тут что у нас? А? Урон одна... А, нет, у меня же одноручное оружие, у меня нет двуручного оружия. Точняк. Тогда вот это будет лучше. Ну ты что такое? Ну тут все нормально. В такой футболке. Опа. Местная, блин, стиляга. Что тут? О, что-то есть. Вот. Медик. Скорость восстановления здоровья. Ну да. Давай оденем. Медик-педик. Херня какая-то. Это тоже двуручное оружие. Нет, одноручное, да. Ну, все, подняли. Подняли, блин. Погнали. Куда? Сюда? Не. Выйти надо. А! Блин. Видишь, я тебя не признал сразу, сори. Вообще. Айтар хочет, чтобы я нашел убийцу Лукаса. Ну, чтоб сомневался. Только тогда он пропустит меня в центр. Делаешь для него грязную работу. Неудивительно. Он велел мне начать с базара. Я так и думал. Миротворцы и базар ненавидят друг друга. Базар, вокзал, ну. Только двое на базаре что-то решают. Один из них надутый проповедник. Хочу отвернуться. Это я боком знаю. Хочу к нему стоять. А еще кто? Не, нельзя. София, его правая рука. Она умеет находить общий язык с самыми непокорными на базаре. Еще и Славкач. Он все знает о том, кто, когда, с кем. И Джо со своими бандитами. Но не боятся миротворцев. А кого мне искать-то? Я поговорю с Софи, а ты дуй к Карлу. Или предпочтешь девушку? Софи? Видишь ли, она не в моем вкусе. А-а-а. И упрямая. Да, понятно. Боже, сам увидишь. Он разговаривает с бабами только, которые в его вкусе. Всех остальных игнорирует, наверное. Но... Расспросите София о Лукасе. Че, опять ничего не дадите? Я делаю вам квесты, делаю, а вы нихера мне не даете. Вообще. Ну, куда? Бежать-то. Да, ловушки-то я не умею делать. Хотя вот сюда, думаю, может сгонять. Нет, это пивоварня. А где, кстати? СД. А, вот сюда, да. Да-да-да. Там 4 аж прямых. Ну, на базар, значит, бечь, да? Ну, пойдемте на базар. Сюда можно залезть, да? Вот эту я могу кому-то передать. Отслеживать, чё? Магазин-то не горд. Не было там никакого магазина, вы обманываете. Обманщики. Сюда можно залезть. По пути будет, да? 500 дадут репы. Ой, не репы, а экспы. А чё это вот плюс 100 чего?
А тут типа дают что-то еще, да? За ветряки? Не понял. Это награда, а вот это что? Плюс 100 энергии, это что? Ну, не знаю. Бегать, что ли? Залезть, узнать? Это, а тут? Тоже 100 энергии. Это, наверное, 100 энергии надо, чтобы залезть туда. Я не знаю. А почему это красный? 160. А, типа не залезу, 160 энергия. На. Все, понял. Понято все. Да, выйти-то можно? Можно, да? Давай, выходим. Так, я бы какой-нибудь прописал бы сейчас со злости, потому что мне ничего не дали. Ну ладно, побежали дальше. По крыше, наверное, надо бежать. Там хоть можно что-то надыбать на крыше. Уф. Так, и я хотел еще залезть вон на то, да, мельницу. Он просто взял, перепрыгнул и сдох нахрен. Я вообще... Он светится. Ты что-то с ним делал? Нет. Кто светится? Может, это из-за воды? А. Я помылся первый раз за месяц. Вперед, и потом 16 налево. Сделать? Не, не хочу побочки делать. Буду по главному квесту идти. Потом, если захочется сделать побочки, поделаю. А сейчас... И, блин. Не буду прыгать. Я уже боюсь прыгать, я постоянно падаю куда-нибудь. Давай. Прыгай, паркурщик, блин. Давай, давай, сможешь? Ага, смог. Он иногда сам решает, что ему делать. Так, мельница, где? Мельница. Вот туда, 40 метров. Ну, все, залез. Где? Вон она, вижу. Где? 38 метров. 37. Туда, значит, надо бежать будет. Пойдем, активируем сначала. А, лезь. 100 энергии, значит, туда. 100 энергии мне по силам. Ну. Да или нет? Казалось, что по силам. Прыгай, кружок, пирожок. Вот эти вот поля. А, так, это туда надо будет прыгнуть, да? Ага, понятненько. Понятненько. Давай. Да, что-то из меня подкурщик не очень, походу. Подкурщик, кстати, возможно бы и очень. А вот паркурщик хреновый оказался. Давай. У-ху. Чё? Чё это было? Типа не смог, да? Давай, залази. Хорошо, хоть выжил. У-ху. Пять, да, не смог. Да, жестко, конечно. У вас тут. Надо раньше прыгать. У него сил не хватает. Сказали, что сотки хватит, а вот не хватает ни хера. Обманули. Давай. Давай, прыгай. Да, видите, можно пораньше. Ага. Ну, нет, пораньше нельзя. Блин, мне уже даже не хочется туда лезть. Прыгай. Опа. Так, может выше тогда нужно, да? Ну,
Это, короче, вообще жесть. Че это было просто? Так, вот здесь вот, да? Давай. Да, что за бред? Что за тупость вообще, блин, это ты просто. О, я сейчас все паркур вкачаю, нахрен. Это, может, волшебная кнопка есть, о которой я не знаю. Больше, чем РБ. О, ура. Но мог. Вот так вот надо было. Что дальше-то? Вижу. Да давай отсюда упадем. А чё бы нет-то, да? Чё бы не упасть-то? Ну, открывай давай. Пробку поменять, да? Тогда с собой таскаю пробочку одну. А почему не 4, да? Почему только одну нужно поменять? Ой, да пропустить. Ты кого? Чего? Как? Б. А, держать надо. Все, понятно. 500 экспириенса дали паркурного. Правда, нихера не качается. Ага. 5000 надо. Что тут можно будет взять? А, тут еще и выносливость должна быть вкачана, чтобы это все качать. А у меня сколько выносливости? Где посмотреть-то? А? А, вот, соточка. Понятно все. Красиво, чё. Поехали. Умирает один из нас, никому и дело. Но да упрыгай ты. Надо все перевернуть вверх дном. Конечно. Зачем я только удобрял часы? А, контейнер с ингибиторами же. Что-то теряешь, что-то ну, торговать, давай. Мины, значит. Купить, что ли, одну? У меня денег-то до хрена. Кепка, смотрите, фиолетовая. Штаны. Есть у тебя электродетали там какие-нибудь? Не, нихера нет. Окислители есть. Окислители, я не знаю, они нахер не нужны. Минус, что ли, взять у него? Что у тебя еще есть? Нет больше ни хера. Вот это что такое? Приманка и коктейль Молотова. 10 урон. А тут 70 урон-то пожестче будет. Купить, что ли, парочку, да? Ага. Так, купить все. Пускай будут. Что ты можешь мне сказать? Пригодятся по-любому. Так. Где ингибиторы-то? Ты ж мне только что сказала, что ингибитор там, что ли? А вот, 50 метров. И чё? Типа спуск. Он там? О, да что там такое? Ну-ка, как бинокль-то у нас? Забыл. А как бинокль? Знавал одну пожилую пару. Не. Карл и Элли. Вот. Забыл, как бинокль юзать. Вверх? Так? Не. А тут, кстати, можно прям тут создавать. Понятно. А как? Как? Вообще не помню. Как бинокль. Тут? Ну-ка. Вещи. Как тебя юзать-то есть?
А, удерживать, все, понял. Удерживаем, жмем. Вот так вот. Кто это такой? Вообще. Че он такой жесткий? Ну, я не пойду на него. Размажет меня. Так, а че, ночь, да, начинается? Сейчас такие погони, там вот это все. Буду, да? Что мать природа сжалится и не пошлет дождь. Так, а где ингибитор это? О, уже ночь. О, 46. Туда, 46. Что ты видел там? Епи! Че-то ты вообще от всего дохнешь просто, а? О, а можно вас тут? Во, до утра, да. Пойду контейнер с ингибиторами поищу. Ко-ко-ко там. Рядом. Это где? Там? 46, 40, да. Вот там где-то. Ага, 25, 20, 19, вообще. Где обнаружен? Мной пока не обнаружен. 8. 9. Не туда. Туда, да? 7. Где-то. Ага, вот он. А как тебе попасть? Оп. Вот так. О. Бьем его, да? Опа. Ага. Все, открываем. Ага. Так, это что такое? Крепкая медика? А, кепка медика. Блин, такое читал вот вообще. Усилитель иммунитета. Пойдет. Ингибитор. Две штуки, что ли? Походу, да. Да? Где? Во. Да, нет. Да, две штуки. Еще один, и я еще себя бахнуть смогу. Надо выносливость, кстати, бахать. Что-нибудь там будем тестить, проверять? Есть тут что у вас? Вон еще какой-то зомбарь сидит. Да не, умирай. О, где-то еще зомбарь? Не понял. Снизу, наверное. А тут типа только ингибитор, наверное, и все, да? Ну да, ловить тут нехер вообще. Ну-ка. Туда типа можно спуститься. Так нету нихера. Хера ли туда спускаться-то? Ну. Ух. Ну давай, упади, блин. Кривожопый, а. Так, туда бежим, да? Опля. Есть тут что у вас тут? По метку? Там аж два квеста. Не, не пойду. Вот там что такое. А пойдем посмотрим, да? Почему бы нет? Так, если как вот так вот и вот так вот, ага. А, обыскать вот это надо. Все, понял. Сколько у вас тут зомбаков-то? Два? Да. Ой, не та кнопка. Давай. Умирать. Где? А, не два. Больше двух. Хорош. Ой, сейчас там взорвется. Ой, сейчас прибегут, да? О, надо успеть просто. Ой. Вы кто? Здрасте.
Ага. О, там бегут, короче, да, уже? Промазал. Нахер по лицу. Ну. Ой, 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 кто меня там бьет из-под тишка? Да. Да, трупик. И ты сейчас будешь трупиком. Да, бандиты побеждены. Победитель по жизни просто. Давай, шмонай. Пусто. О, таблетки. Таблетки нам... О, это что такое? Ну, мусорный ящик, да? Металлоломчик тут что? Башка. Башка нам тоже нужна. Сигаретки пойдут. Бину-то нахер взял. Ну ладно, пусть будет. О, деньжатки. Ну, надо шмонать. Так, X. Чего у вас тут? Вот это, да? Кнопка нет. А. Мастер взлома просто. Так. Ну, таблетки точно взять, а вот это-то нахер мне нужно. Ну, пусть будет, короче. Это ж можно продать, наверное, да? Хотя навряд ли, кому нахер нужно. Металлоломчика возьмем. Такая неспешная игра. Побегай, ящики пооткрывай. Угу. Так, вон там какой-то знак вопроса. Блин, куда ты пропал? Знак вопроса. Только что же был тут, вот там. Куда ты? Да? Нет. А, вон что-то там. Ночное задание. Не, я тут по ночам не хожу. Мне страшно. И вам, кстати, не советую. По ночам тут ходить. О, вот по этой штуке. Учиться бы еще попадать. Да не ты. Кто? Кто? Ты. Да. Кто там болтал? А, миротворцы. Здорово, ребятки. Миротворцами патовые. Так, куда мне? Вон туда мне, туда. Вон туда мне. И все, бегу. Тут надо вверх, да, посмотреть, чтобы он увидел то место, за которое должен. Ну не, ну логично как бы. Ты будешь здесь на обум, что ли, цепляться? Кто-то поржал там. Ржешь-то. Новое темное пространство. Ночное задание. Чё орут там? Чё орёте? Давай. 8 метров до чего? А, до магаза. Встречал этого чувака? Испытание паркуром. Я бы ему не... Да я вообще никому не доверяю. Чего нет у тебя ничего электрического? О, электрические детали, две штучки. Купим. Купить все. Угу. Больше мне, наверное, ничего тут. Ну, наверное, мне все тут нужно, но я не знаю. Вот алкоголь, да, для каких-нибудь еще бы. Никаких рецептов нет. У меня есть то, что тебе нужно. Да нет у тебя, ни хера не ври. Два кабеля было и все. А, испытание паркуром это... Типа... Беги, прыгай. Ой, не хочу. Время тратить, а мы пойдем по квесту сейчас. Нас там какая-то девушка ждет, которая не в вкусе. Нашего дружка не в вкусе. Кто убил Лукаса? Кто? Кто-то чересчур храбрый. Тот, кто хотел припугнуть остальных. А, это да. Нельзя незаметно убить офицера. Убил Лукаса. Кто убил кролика Роджера? Или похитил? Не, убил, кажется. Блин, я, наверное, в жопу, да? Конечно, ноги поломал. Да, ноги заживут. Чё ты тут стоишь-то? Можно я пройду? И? Слушай, Карл вчера болтал об ограничениях на воду. Ну? Эйден, ты об этом что-нибудь слышал? Нашлось что-то по душе на базаре. Ты вообще это, взламываешь или что делаешь? Можно мне пройти? Гениально просто. Ну ладно. Что ты стоишь как стол? Чё ты стоишь?
Это что-то такое? А, человек. Летающий человек. Оп-оп. А на метро можно будет ездить или как вообще? Метро для чего тут? Или просто полутать что-нибудь ночное, да? По подземелью. Пустите. Эй, кто ты, мать твою? Кто? Полегче. Он не миротворец. Откуда знаешь? А. Они все время здесь крутятся. Он чужак. Пилигрим. Что? Да. Он пришел из-за стен? Да. Нихера себе. Такой вот еда. Не знаю, что привело тебя, но будь аккуратнее. А ты кто вообще? Это вещи миротворцев. У них нет друзей. А, ну это я понял уже. В этот раз с биомаркером. Так вы меня туда пустали уже сколько раз, вы чё? Карл велел отвезти тебя к нему познакомиться, если ты появишься. А? Прекрасно. Раньше он хотел меня повесить. Ну, прогресс налицо, да, тогда, в таком случае. И запомните, человечество построило цивилизацию, оказавшуюся колоссом... Че, он так смотрит, как будто тут впервые, блин. Мы не должны повторить это. Ты был тут? Он не хотел, он был вынужден. Ты был угрозой для всех. Да не оправдывайся, че ты. Можно я уже управление возьму на себя? Призывающих к реконструкции. Никакого восстановления не будет. Ну... Томатный сок. И поесть, и попить одновременно. Кто бы мог подумать? Пилигрим, ты Карл, что ли? Добро пожаловать. Привет. Да, я еще жив, несмотря на твои усилия. На кого-то он похож. Вижу, ты затаил обиду. Но ну да, ты чуть-чуть. На моем месте, ты бы меня понял. Ну хер знает. Мы несем ответственность за безопасность всего. Я так просто базара. Пилигримов не вешаю. И мы относимся к этому серьезно. Вот почему мы так поступили. Угу. Надеюсь, ты нас простишь. Да не. Итак... Будь добр, расскажи, как сейчас обстоят дела во внешнем мире. Хуёво там. Режут, убивают. Все как раньше. Плохо. И становится хуже. Поселений все меньше, и они не растут. Я боюсь, что скоро уже будет некуда идти. Это не удивляет меня, сын мой. Человечество должно достичь дна, чтобы снова подняться. Вот для этого мы здесь. Есть еще новости? Давай. Вообще-то ты нет. Ты мне что-нибудь расскажи. Расскажешь мне побольше о своих людях? Нас называют народом базар. Народом базар. Просто любители потому, побазарить, что ли? Но на самом деле мы свободные люди. Свободны от лжи, от денег, от религии, от войн, от политики и от темных облаков, закрывших землю. Звучит хорошо. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. О, у нас тоже есть проблемы. Например, нехватка воды. Но проявив мужество и терпение, мы когда-нибудь создадим рай. Ты, кажется, почти рад краху цивилизации. Это было настолько трагично, насколько неизбежно. Культ потребления и вера во всемогущий доллар привели к катастрофе. Вот почему мы стараемся не повторять одну и ту же ошибку. Это было бы преступление. Мне интересно, куда у них оружие делается? Мы хотим создать новый порядок, основанный на социальных связях. Теперь только с палками бегают. На семье и коллективе. Справедливый порядок, где люди поддерживают друг друга. Где полиция или армия не стреляют в тех, кого они призваны защищать. Где хватит места для всех. Точно, секта. Ну давай вернемся к твоим рассказам. Давай вернемся. Слухи — это все, что тебе от меня нужно? Нет. Но ты пришел извне, и теперь ты среди моей паствы. Поэтому мне нужно знать, ты волк или овца? Так кто я ты? Я Мурмур-котик. Че, напиздеть им? Давай. Овца. Я вам овца. Просто знал и признался, да? Ответил бы волк. Я овца. Знаешь что, давай расставим все по местам. Я ищу Софи. Неужели? И зачем же? Ну? Хочу расспросить ее о смерти Лукаса. Я буду честен. А какое дело Пилигриму до проблем миротворцев? Зачем это тебе? Скажем так, смерть одного человека должна волновать другого. Извини, этим мы отличаемся от зараженных. Думаю, ты прав. Ну, смерть Лукаса беспокоит и нас. Но в основном потому, что мы главные подозреваемые. Ну вот ты, я, кстати, очень похож. Я никогда не скрывал своего мнения о миротворцах. Старый мир пал из-за таких, как они. Алчных,
одержимых властью фашистов. Угу. Строить новую реальность на основе старой власти вообще, да? ценности было не хочет власть. Неразумно. Его заставили взять на себя власть. Считают, что такие заявления автоматически делают меня и всех нас подозреваемыми. Так что чем скорее найдут убийцу Лукаса, тем лучше для нас. Угу. Иди туда, пока не увидишь настоящего великана. Это Герман, телохранитель Софи. Она будет рядом. Иди туда. Но сразу скажу. Это... Я буду удивлен, если она что-то знает об этом. Софи боец, а не убийца. Спасибо. Четкое направление, как бы. До встречи, Карл. Иди туда. Пойду туда тогда. Да похуй. Люди всегда чем-то недовольны. А, точно. Мы живы, а остальное ерунда. Иди туда. Туда. Да, я же тут был. Почему мне как-то странно себя все пускают? Ты что ли, Софья? Ты красивая девочка, в чем проблема? Че ему не нравится, да? Такая рожа чуть-чуть кирпичом, ну вообще нормально все. Все при ней. Может, ему старые нравятся просто. София, нужно поговорить. О! Не трогай его, Герман. Пусть говорит. Нормальное приветствие. Я... Эйден. Тот пилигрим, что недавно пришел в город. Ты хорошо информирована. У меня нет выбора. Я здесь отвечаю за безопасность. Кроме того, ты вчера довольно эффектно появился. Красиво, да, было. Я еще а работал. Вы меня хотели повесить. Есть что на примете? Завидует мне просто эффектности моей. Говорят, ты можешь быть полезен, но я хочу сама убедиться. Как насчет небольшого поручения для начала? Что ты предлагаешь? Подойди к нашим мастерам. Вот когда-нибудь, Альберт, да, вот прийти Винченца, так и сказать, типа, мне нужна информация, все-таки, на информацию, и все, да? Они нет, блядь, выполни, выполни. Для... Мальчик на побегушках, но жопу за вас не подтереть. Кто такой Альберто и Винченцо? Альберто и Винченцо? Расскажи о них. Отец и сын. Альберто, отец, часто запинается. До эпидемии у него была своя мастерская и куча денег. Его сын, Винченцо, немного застенчивый. Оба отличные мастера и умны. То есть, по факту, это все было это недавно произошло, да, вся эта эпидемия? А где пушки, стволы, автоматы? Че, почему мы бегаем с палками? Мы отупели настолько? Не умеем курки нажимать или что? Мне нужно что-нибудь знать об этой одной сделке. Как говорит Карл, любопытство — первый шаг на пути в ад. О, Карл вас скажет. Ты в это веришь? Я верю, что не надо доверять незнакомцам. Это правильно. А тебя я не знаю. Пока еще. Сначала узнай, где находятся кристаллы. А там будет видно. Эти кристаллы. Что в них особенного? Они образовались во время химических бомбардировок. Своего рода побочный продукт. Вот, наверное, из-за кристаллов они не умеют стрелять, но... Инфекция распространяется. Забыли, как. Честно говоря, я в этом сомневаюсь. Но попробовать стоит. Так поэтому они для вас так важны? Берут просто автоматы и начинают им долбить. По многим другим причинам. Их трудно достать, сложно разбить и еще сложнее отдать. Они ведь такие красивые, верно? Красивые. Но самое главное, это реальные, осязаемые вещи. А. Намного более реальные, чем старые деньги. Да. Вот почему они такие чертовски дорогие. Чё-то. Ну. Ты сказала, что отвечаешь за безопасность на базаре. Что это значит? Это значит, что я проломлю череп любому, кто будет угрожать нашему сообществу свободных людей. Добрая девочка. О, а из слов Карла я понял, что вы скорее пацифисты. Мы пытаемся отказаться от старых путей и открыть новую эру для человечества. Новые способы разбивания голов. Революция. Понятно. А для любой революции нужны две вещи. Идеология и вооруженные силы для ее насаждения. Еще желательно наркотики иметь. Чтобы вообще все отлично пошло. Пойду поищу ладно, их. Я поговорю с одним из ваших мастеров. Они должны быть на базе. А, если справишься, тогда придумаем тебе работу и посерьезнее. Что нужно сделать? Я даже не вникал. Просите мастеров о кристаллах. Ну, понятно. Пойдем, мастера, поговорим о кристаллах. Вот там опять какой-то квест появился. Не хочу выполнять эти
Да, да, ты. Да, да. Тебе работа не нужна? Мне? Не, мне вон уже напрягли работы. Полные булки работы. Когда ты у меня была огромная... Здравствуй, кто ты? Большая. Ну, ну это... А, мастерская, пап. А, да, сынок, что мастерская. Ну и где она? Ты сейчас на мастерской, Альберта. Говорить. Я от Софи. Она говорит, вы знаете, где есть кристалл. Где? Рассказывай давай. Да он забыл, мне кажется. Они уже присылали одного из своих... Пидоров. Пиздюков? Кого? Этого парня, ее брата Софи. Пиздюки и пидоры. Ну, почти одно и то же. Барни. Говнюка зовут Барни. Он задавал тот же вопрос. О темной зоне с кристаллом. А. Это что-то новенькое. Так где эта темная зона? Да. Сто... 120... 100... Пап, можно я скажу? Давай уже. Прошу. В 100 метрах от метро. Там есть большая вывеска Fashion Stop. О. И ветряк. Да, туда будет зайти, кстати. Спасибо. Поразительно, они мне просто дали информацию, да? Они не попросили меня выполнить какое-то поручение. Удивительно, блин. Бывает же такое. Ну, да иди в жопу. Кошкину там или кому-нибудь другую жопу. Я пошел вон кристаллы искать. А, рассказать. Сюда. Ну, что ты узнал? Я узнал, где это место, но мне сказали, что твой брат уже о нем спрашивал. Герман, проверь, не включил ли Барни рацию. Барни? Не, не включил. А что у меня с... Барни, ответь мне. Какие у нее с Германом отношения? Он чисто телохранитель, Барни, или еще какие-то услуги оказывает? А? Так вот, почему он отключил рацию. Решил сам найти кристаллы. Ну да, пиздите убежать. Снова он вставляет палки в колеса. Как я понимаю, это уже не в первый раз? Нет. Он постоянно пытается отличиться. В прошлый раз его ранили. И это было не так давно. Все в игры играет. Я убью его. Просто убью. Давай я его убью. А чё бы нет-то? Почему ты винишь себя? Мы сами творцы своей судьбы. Послушай. Ты сам сказал, что новичок здесь. Значит, ты многого не знаешь. Я здесь отвечаю за безопасность. А он мой брат. Я обещала смотреть за ним. Обещала? Обещала кому? Неважно. Я надеру Барни задницу, когда он вернется. Барни его надранная задница. Как был ранен Барни? Он не хочет говорить. Я думаю, что это были миротворцы. О, так это походу Барни убил его. У тебя секреты? Это не твое дело. Барни, ответь мне. Да пошло оно все. Если в таком состоянии он отправится в темную зону, ему конец. О, мы нашли, короче, я да? Убийцу Лазаря. Ты? Я уже бывал в темной зоне. В госпитале ВГМ. В госпитале Святого Иосифа? Да. Правда? Я особенный. Если ты спасешь, у меня еще ключик ты есть. Не пожалеешь. Время все еще есть. Время есть, Барни, да. Скорее всего, будет ждать до заката. Идти в темную зону днем – это самоубийство. Главное, приведи. А, да, там типа много зомби. Сделаю, что смогу. Братишку. Удачи. Германа дашь потаскать? Да, да, сам пойду. Ну, это я знаю. Ну и... А, вот так вот это работает. Понятно. Чё, качнул? Ну почему он всегда такой упрямый? Потому. Кто это? А, ну да, тоже классная штука, кстати. А дальше, да. Стоит 200 единиц. А есть что-нибудь, где не надо столько? 260.
Наверное, чем-то шпигануть скоро, да? Мне сразу кусок прилетит или что? Ну, типа 120. Да? А тут просто один. А, ну да, тут типа про здоровье. Понятно. Это что ли вкачать? Ну да, полезная вещь, что бы не вкачать. Пусть будет. А. Быстрый подъем. Короче, понятно все. Да я уже все вкачал. Ну, на этом закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. Давайте. До встречи. Фу, блин. До встречи в следующей серии.